и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Зюбе, который любил, да, очень любил деньги. Рассказывай! С рождения Зюба спартаковцем был. Хороший мальчик! Еще Зюба очень деньги любил. Даже больше, чем футбол. Любил и копил. Да! Гордостью кюр Спартака он носил прямо под сердцем. И даже в одном интервью заявил. Что же он заявил? ЦСКА и Зенит — это самые принципиальные соперники. Я думаю, что никогда не уйду в эти клубы, потому что я спартаковец. Деньги, деньги, дребеди, деньги, позабыв покой и лень. Делай деньги, делай деньги, остальное все дребеди, деньги.